Поехали? Это потому что ты жуешь. Хотя бы в ритм жуй. Не загоняясь, не закаляясь, не потея, в комнате лежало человеческое тело, как дерево, упавшее поперек дороги. Иногда лишь судорога грызла телу ноги. Если и пахло, то совсем не сильно, она не была настроена агрессивно. Было против войны, против задержек зарплаты, против насморка, гриппа, воспаления простаты, против черствого хлеба и недобрых женщин, против выпавших смартфонов, экранных трещин, против инфляции и всяческих кризисов. Телу против того, что кто-то может обидеться на смешную шутку, меткую остроту, предложение сходить в библиотеку в субботу, на отложенную на неделю поздравление с датой свадьбы и, конечно же, с днем рождения, что не выкинут мусор, не застелен на постель. Что вот уже полгода нет хороших новостей. Телу против пробежек и тем более фитнеса, но совсем не против пары кружев Гиннесса. И потом не против продолжать с приятелем с разговорами, закусками. Обстоятельно телу будет, конечно, после сильно умучиться и до дому доберется ли, как получится, возможно, даже чудом доползет до комнаты и приляжет на диване справа с краю. Скромно так боится волков, ведь не охотник, не качок, не всегда найдутся силы постоять за свой бочок. И будет лежать, не закаляясь, не потея, в грязной серой комнате чистый белый тел.